Приветствую вас на своем канале, меня зовут Ирина, и вместе с вами мы полистаем текущий каталог. Это январский сейл-каталог, где множество мега-распродаж. Формат видео будет таков: я вам покажу не только мой заказ по каталогу, но также любимки или те продукты, которые я бы приобретала вновь, как только они закончатся. Эти продукты с бешеной скидкой. Тут как круто жить там на высотке, да? Класса, красота. А там, посмотрите, вообще весь город в огне. Песня зажигает. Прям окно бьет. Да. Страшно. Вот он, мега крутой каталог, и здесь написано «хочу все». Да, действительно, здесь есть что приобрести, потому что акции великолепные. Он будет действовать до 27 января. Первая страница, и это драйвер каталога «Умный шопинг» с 50% скидкой «Витамины и минералы». Чем они отличаются? Эти витамины входит в состав Wellness Pack. Вот так вот они выглядят. Так как Wellness Pack — это здесь дополнительно омега, астаксантин. Чем отличаются витаминки? Это составом. У них вместе 22 незаменимых витамина и минерала, но дополнительно в женских это фолиевая кислота и железо, а для наших мужчин это магний, хром, селен и цинк. И даже называют это мужской Виагра. Следующая страница и новинка Lucie Bright Aura. На этот аромат я сделала обзор. Основной состав букет — это белая смородина, незабудка и... Великолепная акция, 65%. И месяц, как я им пользуюсь, точнее целый каталог, хочу сказать, что это один из моих любимых ароматов, именно утренних ароматов. Мне рука тянется вновь и вновь к нему. Рекомендую, я думаю, что подойдет этот аромат практически всем. Именно как утренний свежий аромат. Он легкий, непринужденный, я от него балдею, раскрывается свежими цитрусовыми нотами, которыми вот хочется наслаждаться вновь и вновь. Внизу будет ссылочка на более подробное описание этого продукта, мой обзор. И мы переходим к следующей акции, и это палитра с 70% скидкой. Вначале я хотела пропустить и не делать заказ. Посмотрела видео обзора девчонок и решила тоже попробовать эту палитру, потому что оказались оттенки достойные и подходят всем. Такие самые классные базовые оттеночки. На губах у меня малиновый оттенок, вот этот вот палитры. Так выглядит оттенок нюд. Естественно, когда вам хочется легкого дневного макияжа, не перегружать, или наоборот, вы делаете вечерний макияж, делаете акцент на глаза, тогда губы должны быть более натуральными и естественными. Хорошая палетка на каждый день, попробовать поэкспериментировать. В компании у нас запускается новинка, это праймер для губ. За месяц праймер для губ стал моей любимкой, наношу практически под каждую помаду. И я забыла о такой проблеме, как это в зимнее время губы шелушатся. И вы сами понимаете, что если губы шелушатся, любая помада, она выглядит отвратительно, тем более если это яркая, насыщенная помада. И для меня это выручалочка делать губки на миллион. Внизу будет ссылочка, где я подробно рассказываю об этом продукте. Его рекомендую однозначно как базовое средство для макияжа. А также в моей коллекции много стоки губных помад. Рекомендую, они великолепно смотрятся, держатся, красивые, насыщенные оттеночки. Также по акции у нас тушь с эффектом накладки ресниц. Отличный продукт. Сыпчатые румяна The One. Оттенок персик. Можете сравнить, как выглядит на каталоге и вживую. Главное, этими румяшками не переборщить. Использую как контурирование. И иногда рука прям тянется к этому продукту. Нравится, как выглядит макияж. А иногда как переборщу, так и откладываю их на долгое время в ящик. Следующая страничка и... Со скидкой вы можете увидеть прежде всего косметичку. Однозначно рекомендую, удобная. Ее всегда беру, когда перемещаюсь куда-то в поездке. Скидка у нас кисточки. Я вам уже неоднократно говорила, что использую кисточки MAC и Oriflame в основном. Кисточек много не бывает, особенно когда вы тушуете, делаете разные оттенки. Мужская серия Men не нуждается в комментариях. Она представлена достаточно давно в компании. Oriflame, я знаю, что вы по достоинству оценили ее. Постоянно я забываю заказывать шампунь против
перхоти. И только с этим шампунем у мужа восстанавливается. Перхоти нет, как бы, что бы он другой не пробовал, тут же у него высыпает перхоть. И перебрал множество разных шампуней разных компаний, но вот этот шампунь у него постоянно такой must-have. Можно заказать полностью эту серию. Я ее закажу на 23 февраля своему супругу, конечно же, обязательно, и он у меня уже ждет эту серию. Но если он привык, что раньше я заказывала все подряд, как только получается поступает новинка, в этот раз я решила немножко подождать и заказать уже как подарок, потому что она реально хороший будет подарок. Я хочу, чтобы эта серия у него ассоциировалась с праздником. Начиная с 4-го каталога в компании Oriflame будет обновление на серию Hair X. И сейчас вы можете приобрести эту серию с 50% скидкой. Докупаю себе кондиционерчик. Также неоднократно вам рассказывала, что вот это средство мега крутое, чтобы восстановить секущиеся кончики. Если вдруг вы проснулись, помыли голову, и они у вас кукожные кончики нанесли, это средство не смываемое, и тут же ваши волосы приходят в порядок. Разные, вот, знаете, вот как мочалка или детские куколки, когда волосы растрепались. Это из серии для окрашенных волос моментальное восстановление. Покажу, его требуется немножко. Разотру и, наверное, даже сейчас вы можете посмотреть эффект. Волосы высохнут, прошло буквально минутка-полторы, я расчесала волосы, и все. Волосы восстановились, они стали более эластичные. Вот такого эффекта мочалки нет, и кончики восстанавливаются. Ну и, конечно, обладательницам длинных волос рекомендую не пропустить 70% распродажу. Это масла. Я их заказала сразу два. Это моя уже многолетняя привычка. В состав входит органовое масло, масло розы, репейное масло и витамин Е. Как вы видите, это масло у меня практически уже заканчивается, и оно более густой такой консистенции. Есть также более легкая облегченная версия. Это спрей. Его нужно распылять не вот так, по волосам, а буквально на ладошку пшик-пшик и распределять. Мои волосы отросли, волосы в идеальном состоянии, они длинные и кончики вообще не посечены. Также для своих волос заказала такую серию с кокосом. Обратите внимание на распродажу компактные румяна Giordani Gul. Клевая цена. Даже не помню, когда такая была скидка на них. Они представлены в двух оттенках. Я их приобрела. Этими пользуюсь в виде контурирования. Эти уже как румяшки базовые. Самый такой популярный оттенок, это, конечно же, вот этот. Наверняка этот продукт, конечно же, у вас есть, потому что все, кто зарегистрирован в Oriflame или пробовал эту продукцию, однозначно заказывали румяна в шариках. Использую сейчас вот так вот шариковые румяна для того, чтобы сделать контурирование вот этим вот оттеночком, да, и на щечке уже сделать акцент. То есть все-таки я эти оттенки сейчас разделяю, мне более удобно. Каждой девушке важно выглядеть достойно, и прежде всего это не макияж, а правильный ежедневный уход. Мои две любимые серии — это Novage и вот эту серию, которую я сейчас уже, наверное, откладываю, потому что она выполнила свою функцию, это пигментация. Я вам показывала опыт, как убрала ее, и сейчас оставлю, может попозже, может быть, весной буду пользоваться, но она реально дает эффект. Но об этом средстве наверняка вы знаете, потому что это средство, антибактериальное средство с чайным деревом. Капельки можно применять и когда укусы, порезы, у нас этот такой must-have на протяжении, наверное, более 10 лет. Знаете, я фанат всяких тенюшек, и в этом каталоге со скидкой я видела только вот такие тени. Самые такие красивые оттенки мне нравятся, это лиловый оттенок и персиковый. Часто их использую при макияже, так что тоже интересно бежевый смотрится. И они со скидочкой. Скидочка небольшая, но кто-то меня спрашивал, какие тени можно приобрести в этом каталоге. В принципе, достойный вариант. Я очень люблю экспериментировать с макияжем, делая акцент на губах, используя разные помады. И поверьте, у меня достаточно много. Это не все помады, еще есть в косметичках. Но самые любимые помады, видите, это Giordani. Это как раз-таки матовые помады. Первый оттенок — чайная роза.
пыльная роза. И он, наверное, будет самый-самый продаваемый оттенок, жающий розовый. Красивый оттенок. Коралловый, розовый, интересный, дерзкий. Кто ищет морковный цвет, это ваш. Однозначно куплю себе. Невероятно красивый. Это мой оттенок. Тоже оттенок я себе возьму. Глубокий малиновый. И я хочу из него превратить еще более роскошный цвет. Дасша Смоки, серия The One. Эти два оттенка. Раз, два, три, четыре. Вот, вот это вот мои оттенки. Ну и, конечно же, в заказах есть классная распродажа. Это спреи дезодоранта. Они у меня уже затарены, их несколько штук есть. И также зубные пасты. Никогда не пользуюсь только одной зубной пастой утром и вечером. Утром у меня всегда какая-то одна зубная паста, вечером другая. Гели для душа, крем для рук у меня пошел в подарок по акции «Медальный зачет», так же, как и тушь. Процентов скидка 99 рублей. Ну, думаю, считаю, великолепная акция. Так же, как и мы. На такая вот новиночка, такой презент от компании, это набор полотенец. Вот он у меня здесь есть. Еще не раскрывала. Размер их — это ванное полотенце и для лица. Ну и на последней странице, как всегда, продукты, которые должны быть в каждом заказе. Гель для интимной гигиены, я думаю, что многие с ним знакомы, заказала его себе. Вот такой вот с розочкой у меня еще не был. Сейчас у нас с вами пошел такой период, когда надо похудеть после январских праздников. И для меня один из мега крутых продуктов, который постоянно использую в качестве диет, это вот такой вот wellness-супчик. И, конечно же, wellness-коктейль, но это как бы у нас не диета, это у нас ежедневный завтрак с утра перед тем, как пойти в школу. Собираясь утром, у нас традиция, я ее заплетаю, в это время она пьет коктейль wellness. Тем самым я уже не думаю о том, чем накормить ребенка, она выпивает. Я знаю, что легкий завтрак она получила, а дальше она завтракает в школе, да? Поэтому вместе пополам выпиваем стаканчик wellness-коктейля. А этот супчик использую в качестве перекуса, как обед. И очень хорошо скидываются лишние килограммы. И сейчас, знаете, наверняка многие в поисках, на какой бы диете посидеть, что лучше использовать. Уже помните, что после любой диеты, если в ней содержится мало компонентов, да, вы скидываете килограммы, но также быстро потом их набираете, потому что организму нужны питательные вещества, незаменимые элементы. Поэтому если вы решите сидеть на диетах, однозначно нужно в это время принимать комплекс витаминов для того, чтобы восполнять суточную потребность, то, что нужно организму, чтобы организм потом не искал, где же про запас потом добавить, да, и вот не использую всяких диет, я сейчас знаю, что несколько килограммчиков я скинула, просто в обед буду есть вот такой супчик спаржевый, что-нибудь себе сделать больше, более легкое, и, конечно же, планка. Накачивает нам попу, полностью бедра, вот эти антицеллюлитные нам нужны места, максимум живот, вот эти вот все складочки начинают собирать. Сторонник строгих каких-то диет, я просто сторонник того, что все-таки нужно поменять на правильное питание, нужно задуматься о том, что вы едите, насколько качественная ваша еда. На обед я принимаю либо спаржевый, либо томатный супчик, так как я люблю покушать. Сама приготовила ржаные сухарики, получается очень вкусно и в то же время и сытно, и я знаю, что тоже по протеинам, в общем, по протеинам, по белку я свою норму для организма сделала. Ну, а дальше то, что я захочу вкусненькое, ну, конечно же, перекусы. По эффективности альтернативную, как в фитнес-клубах, но при этом я не трачу лишнее время. Каждый час у меня стоит напоминание сделать разминку, и это занимает всего 1-3 минуты. Утром вместо зарядки или после окончания работы включи любую зажигательную музыку и сделай 10 прыжков. Хорошее настроение, бодрый заряд тебе обеспечен. Ладно,
Это упражнение в прошлом году позволило через месяц убрать 8 сантиметров талии и скинуть 3 килограмма. А по времени занимает всего 1-3 минуты в день. Я обожаю танцевать. В ютубе набираю в поисковике зумба и танцую 1-2 песенки в зависимости от настроения. Попробуй для себя что-то новое. Комбинируй упражнения, ведь нет предела совершенству. Ну вот и весь обзор моего заказика. Это продукты, которые я вам подготовила, тоже моим любимки. Встретимся с вами позже. Каждый четверг я буду выкладывать видео. От компании мне пришли 3 классные новиночки. Мне они понравились. Я сейчас уже их тестирую. Поэтому даже не знаю, какое видео прежде всего, о какой новиночке запишу. Поэтому смотрите в четверг мое новое видео. И до встречи. Всех люблю. Целую. Пока-пока.